Всем привет, с вами Лорд КДА. Так, закончили мы кампанию за сестер. Переходим к кампании за Имперскую гвардию. Погнали. Так, нападем мы вот сюда. На Виасастан. Виасастан. Поехали. Бросили вызов моим знаниям. Лань императора укажет нам путь. Без колебаний. Так. Добавим сразу командиров. Пост принял, службы сэр. Мой долг. Захватить цель. Захватить любой ценой. Я думаю, он захватить пообороняется. Поудерживает. Захватить любой ценой! Захватить любой ценой! Вы получите это! Все в порядке, сэр! Пост принял, сэр! Если такова воля императора! Захватить любой ценой! Вы получите это! Захватить цель! Захватить цель! Горд служить империи, сэр! Так, да, тогда еще два подразделение сделаем. Как угодно. Осторожно! Да будет. Они приближаются! Да. Мы сделали это, сэр! Так точно! Во имя императора! Если такова воля императора! Не знаете, что сказать? Он принял, сэр! Точка закончена! Да, какие приказы? Службе готов захватить цель! Горд служить империи, сэр! Каков приказ? Так точно! Во имя императора! Мой разум несет великую боль. Подходи и встреч свою смерть! Служба мой долг! Исполняю ваш я приказ, сэр! Я слышу голос этого машины. Пару секунд. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Точка захвачена. Какие приказания? Канониса. Кампания началась, а канонис уже с силовым мечом. Какая вы прелесть. Это, сэр? Где огневая поддержка? Исполняю. Начинаю строительство. Начинаю строительство. Сэр! Да, сэр! Так точно! Во имя императора! Во имя императора мы победим! Каков приказ? Сэр! Да, сэр! Сэр! Да, сэр! Я выполню ваш приказ! В атаку! Убивайте их на месте! Никто не избежит нашей ярости! По моему сигналу! Слава императору! В атаку! Да,
Бежим! Враг слишком силен! Нет вам пощады! Бей их, если такова воля императора! Давайте! Слава императору! Так точно! Во имя императора! Они думают, что смогут обратить нас в бегство? Но уж нет! По моему сигналу! В атаку! Во имя императора мы победим! Я выполню ваш приказ! Служба — мой долг! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Я храню секреты машины. Да будет так. Мы сделали это, сэр! Исполняю. Начинаю строительство. Да, наверное, без танков мы вряд ли возьмем их базу, учитывая то, вы бросили вызов моим знаниям. Какая у нас пехота? Так точно! Во имя императора! Во имя императора мы победим! Я жду приказа! Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Начинаю строительство. Захватить легко. Куда принести его волю? Но сохранить сложно. Точка захвачена. Какие приказания? Как угодно. Да будет так. Начинаю строительство. Начинаю. Что-то у меня подозрение, что все будет примерно в том же сценарии, как и у меня на нападение на город Каурав за сестер битвы. Типа они будут там отсиживаться, развиваться, а дальше. Начинаю строительство. А дальше они... будут обороняться. С тем, что развили. Это займет пару секунд. Эту еще энергию ему подавай. Да. Вам угодно.
Исполняю. Начинаю строительство. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Вам нужна поддержка артиллерии. Вы бросили вызов моим знаниям. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Ах, вы бросили вызов моим знаниям. Ах, вы бросили вызов. Вам нужна поддержка артиллерии. Ждем приказа, сэр. Никто не прорвется через наш огневой заслон. Позиция подтверждена, сэр. Сэр. Да, сэр. Сэр, да, сэр. Если такова воля императора. Сэр, да, сэр. Я уже знаю ваш приказ. Мы прикроем наших солдат. Крупный калибр готов. Настраиваемся. Готов к бою, сэр. Вызывали, сэр? Вызывали, сэр? Могу я начать? Чуть нам сместили юниты. Готов к бою, сэр. Готов к бою, сэр. Вызывали, сэр. Вызывали, сэр. Готов к бою, сэр. Могу я начать? Могу я начать? Из уст императора в мои уши, сэр. Готов к бою, сэр. Что вам угодно? Вызывали, сэр? Я счастлив, что вам понадобились мои навыки.
Страх рождает верность. Где куда принести его волю? Бойся меня, но повинуйся. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Вы вызывали Псайкера, повелитель? Мой разум несет великую боль. За мной, и я обещаю славу. Прогреваем двигатели, командир. Мы только закончим молитву дух машины. Позвольте нести его имя. Цербер к вашим услугам. Где же эти проклятые техно-жрецы? Моя преданность не нуждается в доказательствах. Страх рождает верность. Где я нужен? Куда принести его волю? Бойся меня, но повинуйся! Часовой готов к бою! Звучит крайне просто! Вы вызывали Псайкера, повелитель? Часовой готов к бою! Готов к бою! Позвольте нести его имя. Мудрый выбор. Слушаю и выполняю. Наверное, две химеры еще сделаем. Страх рождает так, для прикола. Где я нужен? Именем императора будет сделано. Вы оказали мне честь. Готов к транспортировке бойцов! Где же эти проклятые техно-жрецы? Вот, Касо Кинг, к бою готов! Вы вызывали Псайкера, повелитель. Что вам угодно? Я принимаю что командование. Готов к транспортировке бойцов! Ах, похоже, я вам понадобился. Где же эти проклятые техно-жрецы? Позвольте нести его. Дайте мне имя. Ободрить солдат. Мы прикроем наших солдат. Готовы и ждем приказа, сэр. Дайте мне ободрить солдат. Моя преданность не нуждается. Так, вроде всех выбрал. Что же мне делать? Вроде как. Ну, думаю, слава должно хватить. Императору. Где огневая поддержка? Так, Центр управления, начинайте ковровое бомбометание. Мой разум несет великую боль. Да-да, конечно, я помогу. Готовы и ждем приказа, сэр. Мы доберемся туда как можно быстрее. Блин, а где еще один-то? Прогреваем двигатели, командир. Где еще один-то? Не знаете, что сказать. Где мы нужны, сэр? Мы прикроем наших солдат. Сметем их! Ожидаю дальнейших приказов. Готов исполнять! Мы должны молить о прощении. Кто вызывал меня? Я тень, приносящая смерть.
его волю? Сметем их! По моему сигналу! В атаку! По нам открыт огонь! Моя преданность не нуждается в доказательствах! Я один заплачу за поражение! Встреть свою смерть! Твои мысли мне уже известны. Как пожелаете. По моему сигналу! По моему сигналу! Это шанс показать, что мы что-то стоим! Дайте мне! Солдат! Пойдем! Мудрый выбор! Наша смерть будет каждого, кто побежит! Я один заплачу за поражение! Не знаете, что сказать? Только верный сегодня победит! Мой разум несет великую боль. Убивайте их на месте! Сметем их! Где огневая поддержка? Я готов служить императору! Отступать — плохое решение. Что вам угодно, победа наша. Именем императора будет сделано. Дайте мне ободрить солдат. Прогреваем двигатели, командир. Так, отряды тяжелой поддержки, я смотрю, завалили нам. Я не подведу. Как здорово. Приготовьтесь. Моя преданность не нуждается в доказательствах. Я уже знаю ваш приказ. Моя преданность не нуждается в доказательствах. Моя преданность не нуждается в доказательствах. По нам открыт огонь. Вам нужна поддержка артиллерии? Тяжелое вооружение перемещается. Что вам угодно? Я готов. Что вы забыли на лестнице? Ну-ка, давайте вверх. Я счастлив, что вам понадобились мои навыки. Фига себе. А, хотя... все правильно вроде как. Ну ладно. В принципе, на этом сегодня все. Спасибо, что смотрели.